Безумный Паша! Безумный Паша! Меня закроют нахуй винтовку. Чего? Того! Хуя твоего! Я чё, блядь, не знаю? Я чё, не сидел, ну, что ли? И чё? Ну, дальше-то чё? Нихуя! Вон, один лось, он ударился. И чё? Обосвает. Сейчас будут 3 года искать, нахуй, кто его ударил. Да не обосвать, он ударился. В чем проблема-то? Да ты иди нахуй! Чикарная, ходячая. Ладно. Весело с тобой. Ты у меня не пизди тут. Да я не пизжу, я смотрю. А вот сейчас у меня тут холодильник был, а не забери. А? Ну прикинь, а, если... А, ты! Прикинь, он же его не вынесет. Чего? Он же бык вытащит. И чё? Вытащит. А, ты думаешь, что он его один вытащит? Блин, сомневаюсь. Так чё ты? Олег Манго, по-моему. Вдвоём вытартают. Один за перед, другой под зад. Ты же знаешь, чем за это будет. Ну, а ты сзади побежишь, потом это, перестрелять. Сколько вредно, а? Какая есть, другой не будет. Да, конечно. А что за портак-то? Вешать. Судью. Да, то мы это... Идем. Щит с мечом был. А нахуя? Ну, его еще здесь ведем. Да? А нахуя сводил-то? А нахуй накалывал? Да пацан в армейке в госпитале лежал. И чего накалывал? Так тебе надо было на лбу сразу нарисовать что-нибудь. А потом сводить. Нахуй накалывал-то? Я ебать, если себе наколол, так я его не свожу. Ну вот, сам себе бил. Я вот смотри, увидел? Я отсидела, да, в зоне, ну, вот. Я знаю, что, как там это, права-то качают, нахуй. Так ты мне не рассказывай. Нахуй, что-то я себе нихуя не наколола, а то бы я оттуда вышла нахуй вся вот это, окольцована, очарована, блядь. Что-то мне эти вот наколки вообще не устраивают. Я его-то нахуй дрочила, то что он вот это наколол. Ну да. Да она у него, она у тебя заебись, нахуй. Вот это пока заебись, а представь, он постареет, она потом вся сморщится, этот кот будет таким старым котом. Да, не будет. Нахуй она ему нужна. Не будет. Старым. Надо будет, я ее сведу, если что. Потом будет сводить, вот, а вот такие же шрамы и будут, как у тебя. Да не будут. Че ты ебанул? Нахуй тебе наколки обосрались. У меня был один знакомый. Че ты ебанул? Нахуй тебе наколки обосрались. У меня был один знакомый. Ну смотри. Серега Минаев, нахуй. Ну стой. Смотри. Зай. Так он был весь очарован, там околдован. Девятого Серега Минаев. Да, да, да. А что, ты его знаешь-то? Ну конечно знаю. И Булат Андрей. Вот Минаев я знаю, а главное. Да хуя его. Так они там все троем были. Они... А я один раз меня похмеляли нахуй, а мне сказали полстопки сразу, полстакана вернее, выпить. Вынесь еще полстакана. Ну я 3 раза с ними наебнула и все, и пошла по 9-му гулять. Мне хватило. Октябрьская, да? Нет, по Кирову. По Кирову, да. А ты там вообще кого на 9-го знаешь? О? Кого вообще на 9-го знаешь? Ждана не знаешь? Нет, Серегу Воробья знаю. Ну а то я здесь у Паши вот вопрос сегодня утром задала. Че? Я говорю, в чайке работает, говорю, Вера Егоровна, нахуй, Миланич. Он говорит, так я ее нахуй отправила. Я говорю, ты похуел, я с ее сыном нахуй дружила, это мой первый пацан. Ты похуел? Вообще. А ты ее материл, она папа, кстати, вот такая. Блять, ну я зашел. Вот не надо было ее материть. Я в кабинет, я же не знал, что она, блядь.